Ветер большой, складывается прямо, сразу сносит их. Ну, оно так и есть. То большой, то совсем нету. Такого нету ветерка, чтоб подъемного. А он прямо такой крутит, ложит. Да, в оттяжке. Крест. Вот. А голуби в оттяжке. О, прямо оттянуло их. О, бросает их, как по волнам. Пускай крылышки набивает. Это я стою в тени. Ага. Ну как, в затишке стою между гаражами. А так невозможно выйти там. Ветер прямо свистит. Пускай поболтается маленько. Это гонные у меня. Осталось их тут 6 штук от зимы. Ну как, из 30 я там племенник покидал голубок. Не знаю, штук, наверное, где-то 7. Штук 7. Ну, и вот это что осталось, да. А то копчики побили, ветром повносило. Ну, болтается прямо камерой туда-сюда, по небу, по всему. Болтает их. О, пускай садятся. Так. Ну, это у меня тут племенные, закрытые пока еще. Погоды нету, пускай погодка будет, тогда выпустим. Угу. Это две пары. Молодежь повлезала. Угу. Это красные тут в ящике сидели. Ага, устали с голубят, смотрю, они уже начинают остывать, так я их подложил там под других. Тоже там у меня много по одному, поперекладывал кое-куда.
что-то в этом году как-то много яиц позахолонуло. По одному, наверное, пар 8 у меня по одному голубенку. И остальные там по 2 вроде. 15 пар у меня гонных. Даже 16. Ага. Но еще не сели на яйца, 16-я пара. Тоже один голубенок. Ну, уже гонит ее на вторую кладку, выгоняет ее. У черных тоже один белохвостенький. Они у меня рябохвостенькие, черные. Да. Гумича, кольца. Жени Гумича. Мне товарищ с Москвы привез. Вот они, белохвостые. Уже дали голубеночка белохвостого. Но одного только. Позахолонили много яиц. Морозы были до 20 градусов в марте месяце. Они как раз сидели. Это тоже мариупольские красные. Угу. Это сизенькие молодые. Это голуба, два голуба у меня с Воронежа. Ага, ну они, ребята там с Украины привозили на выставку. А голубки, голубки, голубки. Одна с Москвы, другая с Белгорода. Да. И дают вот таких, и даже молочных дают. Так, ну ладно.